Книга «Открытым оком», третий том, тема крещения, вопрос 923. Как быть с теми людьми, которые крещены погружательно, но там, где священники принадлежат к экумении? Есть люди, которые упорно хотят принять правильное крещение, но только в Московской патриархии. Может быть, лучше направлять их креститься туда, где иерархи не участвуют в экуменизме? И это для пользы этих же людей, отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Нужно об этом сказать раз, другой и более не надоедать. Значит, другой ямки в мозгах у человека нет, и все наши слова пройдут мимо. Тит 10, 3.10. Еретика после первого и второго вразумления отвращайся. Каждый идет в то место, какое ему предназначено от вечности, и никакие наши доводы ему уже не помогут.